Рад приветствовать всех участников сегодня. У нас сегодня есть новые люди, как всегда. Каждый раз приходят новые люди. Это очень приятно. И каждый раз есть также новые выступающие, которые рассказывают о своем бизнесе, о себе, потому что кто-то рассказывает о бизнесе, а кто-то о своей команде, о своих целях, знакомит аудиторию клуба с собой. Все это не менее важно, я бы сказал, это более важно, чем рассказывать о проектах, в которых мы участвуем, потому что у нас в клубе есть некая, скажем так, некий приоритет, ну, который мы, в общем-то, советуем. Приоритет, но каждый решает сам, у нас свободная сторона здесь. Каждый прежде всего приходит сюда для того, чтобы расти, развиваться лично. Вторая причина – это развивать свою команду, усиливать, то есть команда на первом месте, обучение командное. Сейчас мы проводим с командами занятия по командному стратегическому планированию. То есть это очень мощнейшая вещь. Мне нравится заниматься и личным, и командным стратегическим планированием. Если я еще с кем-то из вас, из лидеров команд, не успел провести стратегическую сессию, вы обязательно спешитесь со мной, просто я, может быть, не успел с некоторыми из вас еще. Вот. Это очень хорошая штука. То есть мы выстраиваем взаимоотношения. Потому что что такое Solidar Club? Всегда вначале я рассказываю, потому что есть новые люди, и потом мы уже переходим к выступлениям, к знакомству со всеми участниками, да. Итак, Solidar Club, если вот сказать одним предложением, да, это сообщество командного вот такого вот позиционирования или ассоциации солидарных команд. Вот так вот получается. Так, добрый вечер еще к нам, Виталий присоединился, у кого звук еще включен, пожалуйста, отключите звук, у кого-то еще есть, посмотрите, где там микрофон нарисован и отключайте. Итак, друзья, еще пару минут по нашим планам и перейдем к знакомству с участниками. Клуба. Присоединяются еще люди. Ну что ж, это нормально на первой стадии. Сегодня у нас есть в гостях блогеры. Вот. Которым мы тоже дадим слово. Так. Так. И еще человек присоединился под звонку. Ну что ж, Давайте тогда буквально еще пару слов насчет наших планов. Уже через неделю, друзья, мы 19 числа будем проводить первую встречу особенную. Это будет встреча уже международная. Наша цель глобальная – это выстроить такие дружеские взаимоотношения, стратегические, можно сказать, такие партнерские взаимоотношения – со всеми ключевыми игроками мирового рынка сетевого маркетинга, да, то есть прежде всего с лидерами команд. То есть это сообщество лидеров команд, которые заняты тем, что заботятся о своей команде, помогают ей не только зарабатывать, а развиваться. Поэтому у нас уже начинаются вот эти вот международные встречи. Понятное дело, будет наш партнер, который входит в ассоциацию, значит, в совет управляющих клуба, будет переводчиком, наш партнер с Израиля, сегодня вы познакомитесь с ним, вот тоже дадим ему слово. Итак, давайте, то есть глобальная у нас цель какая, то есть еще буквально две минуты, по нашим глобальным целям. То есть мы, по сути, начинаем такой вот плавный старт клуба. Участники со всех стран мира смогут выступать, рассказывать о своих проектах, прежде всего о своих командах. Вот. И это даст нам возможность, друзья, потому что каждый месяц стартуют какие-то новые стартапы, проекты. Это даст нам возможность отслеживать реальные тренды
И те, кто заходит в разные проекты, есть много таких людей сейчас, ну, кто-то предпочитает один проект, а большинство они заходят во многие. Это даст нам возможность командами сотрудничать и сразу же в первый день делать огромные обороты по какому-то бизнесу. Ну и это даст нам возможность создавать собственные компании. Это в будущем. Ну а сейчас давайте знакомиться с сегодняшними участниками, с выступающими. Я не буду сейчас каждого представлять, потому что нас много, уже 18 человек в звонке. Давайте переходим прямо к знакомству и сразу к выступлению, чтобы каждый из вас, кто сегодня есть, рассказал вкратце о себе, о своей команде, о своем бизнесе. Первый у нас был в записи Георгий Любицкий из Эстонии. Георгий, ты с нами? Да, Георгий Любицкий. Не Любицкий, а Любицкий. Да, Любицкий, прошу прощения. Да, ничего страшного. Пожалуйста, тебе слово. Расскажи нам о себе и о своей команде. Да, я сделаю это максимально коротко, так как членов группы в диалоге очень много людей, и поэтому я сразу же начну без лишних высказываний. Я занимаюсь деятельностью в сети интернет с 2008-2009 год. Это было начало развития, ознакомительные этапы, да, с интернетом. В разных, по сути, сферах имел возможность и ознакомления, и первое время наращивал определенную опытную составляющую, да, и коммуникационные связи. Построение вот именно коммуникации забрало очень много времени, ну, множество попыток получения доходности в интернете, и уже на своем опыте было понятно, что одному действовать в интернете очень глупо и не имеет никакого смысла. После чего я перешел в такой формат, который называется командная работа, да? Взял простой принцип, не стал ничего выдумывать, и вместе с некоторыми единомышленниками создавали свой такой клуб по интересам, да, простыми словами. В этот клуб вошли люди из профессиональных, из разных, назовем это, весовых категорий и категорий знаний абсолютно разных. Попадались и работали люди, которые занимаются и рекламой, и маркетингами, и юридической стороной, и программированием. И вот этот комплекс людей постарались соединить в едином сообществе. Да? И была создана команда, которая не пестрит своими названиями на весь интернет, не имеет каких-то, может быть, передовых фишек для раскрутки, но это все за счет притока теплого рынка, потому что в команду начали приходить сетевики, и которые, соответственно, одарили работой, и по сегодняшний день приходит очень живая и хорошая аудитория в бизнес. Команда сейчас развивается в абсолютно разных направлениях. У нас нету такого, что наша команда вот здесь, в одном месте, стала и стоит. Темы, которыми занимается команда, они начинаются от различных рекламных сфер, которыми я несколько рекламных организаций, которые дают возможность рекламы различным. Это предприятия, это какие-то там стоматологические клиники, это в основном реклама живого формата наземного. И люди приходят с вопросами того, как раскрутить свой бизнес в реалиях сегодняшнего времени. И некоторые подсказки с помощью инструментариев, которые имеют наши бизнес-партнеры, мы их используем. Также команда в первую очередь занимается деятельностью инвестиционной, имеет не одно направление, также направление в инвестировании у команды около 5. Это и есть фонд, который имеет свою штаб-квартиру в Израиле, есть
организация, которая базируется и имеет свои истоки из Азии. И есть такой еще очень знаменитый SMB Training, это американская система, которая основа ее работы – это обучающий центр по торговле на финансовых рынках, и второстепенный источник заработка – это возможность инвестирования. Но условия для инвестирования такие не совсем доступны для общего числа людей в интернете, поэтому сегодня в основном развитие идет нашей команды и составляющей лиц, принимающих решения, потому что у нас команда действует немножко в другом формате. У нас есть в команде, вот как выразился в начале диалога Виталий, что в этом клубе, в котором вот мы сейчас являемся, ассоциация лидеров, да, клуб такой, который вот Виталий является его родоначальником, здесь немножко другая политика, у нас в команде, внутри команды немножко другая политика, то есть у нас люди, которые приходят к нам, будь то инвестор, человек сетевого формата, они имеют свои там направления, свои бизнесы, но здесь они транспортируются совершенно в другую систему, в другую экосистему, потому что у нас в команде есть, как я сказал ранее, и программисты, и маркетологи, и финансисты, и люди, которые занимаются обзорами компаний, и мы проверяем компании до очень большого количества там есть этих составов, и я не буду сейчас это все перечислять, но бизнесы отбираются очень тщательно для того, чтобы войти с командой и не упасть в какую-то пропасть и потом иметь желание с нее достаться. Соответственно, предварительно в команде есть специальная группа людей, которые берутся за проверку бизнеса и изучают это направление. И вот таким образом у нас идет взаимодействие. То есть просто участник нашей команды, просто который пришел и завтра там рекомендует нам свой бизнес, у нас нет такого, чтобы потом в этот бизнес шли люди и подключались. Потому как любой бизнес требует очень детального и глобального изучения. Вот что касается командной работы, она выстроена именно таким образом, что бизнес мы командой изучаем. Впоследствии команда дает, внутри команды я свой обучающий центр, в котором люди проходят обучение. Обучение мы предоставляем в команде немножко иного формата, нежели люди привыкли видеть в интернете, сплошные возгласы о том, что нужно в себя поверить, и нужно делать дело, нужно постить в социальных сетях ссылки. Вот такое обучение у нас его нету, у нас формат обучения сугубо предметный, и даются конкретные факты того, как можно бизнес в интернете строить и при этом зарабатывать деньги, и даже если сегодня, вот как многие считают, я не миллионер, чтобы инвестировать. Так вот, для этого миллионером быть не нужно, и миллионерами люди становятся в момент того, когда они инвестируют и находят различные сферы деятельности для усовершенствования своего и развития умственного, и финансового развития. Поэтому у нас в команде дается все вот именно в таком формате, мы даем конкретные ключи для работы, конкретные модели поведения в бизнесе, в интернете, которые позволяют выстроить заработок, если это с командой, если это в инвестиционном секторе, с инвестиционным сектором. Но скажу очень коротко о бизнесе, Георгий, который сегодня... Георгий, я на секунду тебя прерву, чтобы так не длинный был монолог. Действительно, я был в гостях у команды Георгия, познакомился с целой группой. То есть очень приятно вообще, когда знакомишься с реальной командой, когда она есть, когда люди годами работают вместе. И поэтому я вот не перебиваю Георгия в то время, он когда рассказывает о команде, потому что у нас обычно рассказывает о проектах своих, но более приятно, когда человек рассказывает о системе работы именно в команде. Но, то есть, рекомендую познакомиться ближе с Георгием и с его командой. А еще пару слов сейчас, Георгий, от тебя немножко о бизнесе. Может быть, ты конкретный бизнес расскажешь, что там вы зарабатываете. Да, я как раз к этому и перешел. Спасибо большое. Пожалуйста. Да. Буквально две минутки. Сегодня на RU и AngloNet вошла компания, с которой наша команда имеет способ взаимодействия еще с 2016 года.
Компания называется Phoenix. Возможно, многие люди слышали об этом бизнесе. Кто-то, может быть, изучал, кто-то, может быть, где-то уже и взаимодействует с этой компанией. Но суть такая. В мае месяце был создан ресурс для потребителей RU и Anglonet. Присоединены платежные системы и банковские карты. И возможность работы абсолютно в любом формате в плане вывода-ввода средств. То есть очень удобная, гибкая платформа в этом плане. Плюс это инвестиционный центр, это центр по управлению капиталом, предоставляет доходность в среднем от 8 до 20% в месяц, в зависимости от активности и интенсивности позиций на финансовом рынке. Компания предоставляет полную отчетность о проведенных сделках на этапе взаимодействия с рынками, с инвесторами. Компания, ну, это уже сегодня никого не удивишь этим, да, но это, я считаю, очень правильно, это есть основа всех основ, юридическая сторона взаимодействия, то есть это заключение договора об инвестировании денежных средств и заключение предмета страхования, то есть суммы, которые инвестируются в компанию, потому что компания имеет страховой фонд в Китае, благодаря членам нашей команды было проверено этот факт, что компания принадлежит и имеет взаимоотношения со страховщиком. Компания предоставляет свои услуги уже не первый год на рынке, только наша команда, ее некоторые индивидуумы, которые ранее на внутренней азиатской компании, еще когда компания работала только на рынке внутри Азии. Кто имеет опыт, может быть, и знает, что азиатские компании очень часто не выходят на международную арену, потому что достаточный рынок потребления, и, да и с законодательством, с переходом в другие государства после Китая есть некоторые трудности, что компании преодолевали несколько лет. И только в мае месяце запустила русскоязычный сервис, где есть сегодня множество языков для перевода сайта, но платежные системы и возможность функционирования есть абсолютно у члена любой страны сегодня. Компания предоставляет доходность от 8 до 20% в месяц, в зависимости от того, насколько есть активным рынок. Скажу, за 2017 год была доходность компании где-то около 250-260% годовых. За 2018 год, за прошлый год, где-то примерно около 115-120%. Годовых. То есть доходность, она плавающая, и, естественно, как в любой компании, которая управляет активами, что отличает компанию Phoenix от 95% сброта в интернет и сайтов пустышек, которые только имеют возможность делать обещания, но ни реальной деятельности, ни подтверждения этой деятельности в компаниях нет. В компании Phoenix существует обучающий центр, в нем люди, которые не инвесторы и не партнеры, а просто люди, которые имеют желание работать в этой компании, могут получить в ней квалификацию, это обучение, и пройти после обучения, стать сотрудником компании. То есть компания Phoenix людей трудоустраивает. Это что очень важным фактором является подтверждение ее реальности и прозрачности деятельности. То есть у них есть свой обучающий центр с помощью конвейера людей, которые поступают в центр, они обучают и подготавливают молодых управляющих в свою компанию. Это один момент, плюс есть очень выгодная маркетинговая программа, я не буду ее сейчас описывать, я ее описал в документе у Виталия, там все эти тонкости работы с компанией есть. Но я что хочу сказать в завершении своих слов, спасибо большое, что мне выделили такое большое количество времени, просто я попросил Виталия, что мне нужно будет отлучиться, поэтому я быстро выступил. Что хочу сказать в завершении, что в бизнесе в интернете я не искал в момент того, когда у меня уже включился в голове правильный вектор, я не искал работу с компанией, и не было желания работать с компанией. Была работа, было желание и основы для построения именно командной работы. Почему я и большая часть времени в своей речи выделил о том, что мы работаем командой, потому что сегодня этим может похвастаться очень мало людей в интернете. Мы прекрасно с вами знаем, что даже те команды, где команды, там беганина со стороны в сторону, из угла в угол, из компании в компанию.
Здесь же у нас команда выстроена таким образом, что есть лица, принимающие решения, и люди, которые выбирают бизнес-направление. Есть люди, которые просто являются кто-то ведущий, кто-то ведомый. Вот таким образом. Поэтому я и сделал именно на это акцент, на командную работу. Я считаю, что это является символом и стилем успешных людей в бизнесе и в интернете, именно командная работа. Спасибо вам большое, Виталий, я отключаюсь. Да, Георгий, буквально еще на минуту тебя задержу. Да, действительно, это интересная модель. Ну, расспросить у Георгия более... Я просто редко такое встречал. В личку, компания, да. Компания берет на работу, оказывается, то есть можно устроиться туда. Ну, расспросить и больше, как-то интересная такая мысль. Не встречал в индустрии как бы такого. Хорошо. Спасибо тебе, Георгий. Кстати, сейчас я... Предлагаю, может быть, если Андрей Дещенко есть на связи, вот у нас встреча между, потому что мы сейчас коммуницируем с каждой командой, мы выстраиваем стратегию сотрудничества, ну и есть уже команды, которые вместе начинают встречаться, и эту стратегию, вот, и как раз Андрей вот этот, с Георгием у нас встреча, предположительно, в четверг вечер, мы еще уточним, по встрече уже между отдельными командами, тоже мы практикуем такие встречи. Давай тогда, может, Андрей, если ты на связи, Дещенко, тогда тебе слово о твоей команде и направлениях вашей команды. Да, есть, Виталий. Всем добрый вечер. Слышно меня нормально? Да, хорошо. Вот. Ну, в принципе, примерно схожая ситуация. У нас команда образовалась довольно-таки давно. Мы познакомились с моими партнерами в интернете, как ни странно, да? Вот. И потом уже провели знакомство в офлайне, в реальной жизни. Вот, с тех пор часто путешествуем вместе и часто двигаемся, в принципе, практически всегда двигаемся вместе в разных направлениях. Это как инвестиционные, так и направления, связанные с финансовыми рынками, торговля криптовалютой, форексом и так далее. Вот, последние 9 месяцев мы с партнерами занимаемся автоматизированными системами торговли на рынке Форекс, вот, которая приносит доходность нам и нашим партнерам от 10% в месяц. Вот, то есть в любом случае на дистанции от 100 годовых, там около 200, около 300 получается в среднем годовых. Вот, поэтому в принципе мы взяли это направление, ощутили его преимущества. С прошлого года у нас ни один партнер не потерял деньги, как в обычных там пирамидах и так далее, в хайпах без реальной деятельности, да, то есть в проектах. Вот. Ощутили все эти преимущества на себе, поэтому очень довольны тем, что все больше и больше таких людей заходит в нашу команду, которые очень разочарованы ввиду последних событий в интернете, вот, так как очень многие проекты позакрывались, и, соответственно, сейчас все хуже и хуже. Карин, открой дверь, пожалуйста. Я извиняюсь, тут у меня немножко. Вот, все сложнее и сложнее стало зарабатывать на инвестиционном рынке, поэтому мы сейчас занимаемся этим направлением, и ввиду того, что столкнулись с тем, что продвижение инструмента, по сути, маркетинг и так далее, отсутствовали в этом инструменте, мы с коллегами, с моими, с друзьями разработали маркетинг, бонусную систему для лидеров и сделали автоматизированную систему регистрации и продажи этого продукта. Вот. Соответственно, вот в данном направлении мы уже двигаемся более чем 8 месяцев довольно-таки успешно. Поэтому, в принципе, кому интересно приумножение средств с помощью автоматизированных систем торговли на рынке Форекс, можно, в принципе, пообщаться подробнее, обращайтесь. Ну, с Георгием буду рад
завтра уже познакомиться с его партнерами, с ним лично, более поближе, и поделиться, обменяться, скажем так, опытом, да, в инвестиционном среде, и найти какие-то точки взаимодействия, в принципе, как и всех партнеров в данном чате присутствующих. Буду рад обменяться информацией, познакомиться более ближе, пообщаться. Так что всегда готов к обмену информацией и к диалогу. У меня все. Да, благодарю. Да, давайте дальше общаться. То есть у нас сегодня в разговоре есть, ну, не только активные сетевики, лидеры команд, но есть блогеры, есть люди, которые только начинают свое активное движение в бизнесе, и им интересно присмотреться к командам. Есть такие люди, и выбрать для себя команду, потому что у нас, по большому счету, это одно из задач Solidar клуба. Во второе обновление сайта будет уже выбор конкретных команд, и человек, который приходит на наши встречи, а у нас будут уже большие встречи, сотни людей будут приходить, и они смогут выбрать себе ту команду, с которой им будет легко, комфортно работать, направление бизнеса, которых их заинтересовали. Личность лидеров этих команд тоже они, конечно, будут рассматривать, знакомиться. Поэтому это будет полезно для всех. Также у нас есть блогеры. Вы, кто был на предыдущих встречах, знаете нашего партнера Андрея Жарикова. Я, наверное, чтобы немножко так изменить курс беседы, предлагаю послушать буквально минуту-две или, может быть, больше, Андрей, тебя, и представь человека, которого ты пригласил сегодня из своих друзей-блогеров к нам на встречу. Так, добрый вечер, коллеги. Слышно нормально? Да, отлично, очень хорошо. Ага. Еще раз всем привет. В MLM-бизнесе сознательно с 2009 года. Сначала были продуктовые компании. Последние 5 лет больше занимаюсь инвестиционными направлениями. Примерно как и Андрей Дещенко, который сейчас выступал, тоже вижу, что, ну, работа в проектах инвестиционных компаниях достаточно нестабильная. То работает, то не работает, то платят, то не платят. Последние полгода мне тоже нравится работать с автоматизированными системами типа Форекс-роботов, потому что это все-таки более реальная тема. Вот, и такие инструменты на рынке есть. Я, в принципе, веду блог на тему инвестиций. Вот сегодня с нами первый раз присутствует тоже мой партнер и коллега Дэн. Он тоже про себя несколько слов скажет. Мы, в принципе, с ним двигаемся, можно сказать, как одна команда. Вот. И тоже готовы наших партнеров обучать работе с видео, потому что видео – это такой востребованный формат. У нас на двоих на данный момент 25 тысяч подписчиков на YouTube. Вот, то есть, ну, мы за несколько лет уже накопили определенный опыт работы именно в видеоформате. И тогда, наверное, если Виталий не возражает, я передам слово Дэну. Дэн тоже может добавить. Дэн, на связи? Ну да, Андрей, да, все, я на связи. Угу. Ребят, всем привет. Меня звать Денис Казаков, либо, как я известен на Ютубе, это ДНВест. Работаем вместе с Андреем, развиваемся в различных направлениях. Я, в принципе, наверное, никогда не упирался в какой-то один проект, потому что работа, ну, как блогера на Ютубе, она отличается от той работы, которая идет на земле. То есть мы не работаем с возражением, мы просто даем информацию. И у каждого человека, который является подписчиком наших каналов, у этого человека есть выбор. То есть мы не лезем, как говорится, во внутреннюю зону комфорта, не переубеждаем человека. Мы просто доносим информацию, и кому что интересно, тот человек, то и выбирает. Поэтому я, по большей части, наверное, все-таки, ну, такой достаточно широкий спектр имею различных проектов и рассматриваю другие проекты, поэтому я, в принципе, не жалею, что вот сейчас Виталий и Андрей, соответственно, меня подтянул сюда. Вот, посмотрим, что здесь будет. Если что-то будет интересное, то, конечно, тоже посотрудничаем, поработаем, потому что я всегда ищу, чтобы для
каждого человека, который подписался на канал, чтобы он нашел для себя что-то интересное, то, что ему действительно понравится. Вот, как-то так. То есть это и матрицы, это и бесплатки, это и хайп-проекты, и пирамиды, и низкодоходники, и высокодоходники. Ну, в общем, все-все-все. Вот. И каждый человек, которому что-либо интересно из того, что у меня есть на канале, ну, выбирает для себя что-то одно, выходит на связь, и, соответственно, дальше уже потом идет определенное такое сотрудничество. Также мы, конечно, с Андреем тоже готовы там поделиться своим опытом, но, судя по истории, сколько вот мы с Андреем проводим прямых эфиров, говорили о том, что, ребят, заводите себе канал, мы вам покажем, как это все делается, вот, будете просто с нами в одной команде, ну, кто-то заходит, кто-то не заходит. Кого-то хватает терпения, у кого-то не хватает. Ну, у нас, в принципе, из опыта уже есть определенный такой план действий, да, что надо делать, как это все адаптировать, как записывать, как обрабатывать ролики, ну и продвигаться с помощью именно YouTube-канала. Потому что я понимаю, что, наверное, все-таки людям больше интересно посмотреть какой-то короткий видеоролик, тем более в YouTube есть такая клавиша, где можно ускорить в два раза и потратить на это, допустим, там вместо 5 минут, там 2,5 минуты, посмотреть коротко информацию и принять для себя решение, интересно это или неинтересно, нежели сидеть, читать там на протяжении, ну, по крайней мере, это для меня так. Вот. Ну, в общем-то, все. Будем вместе сотрудничать, будем присутствовать на подобных вебинарах или как созвонах. Ну и, может быть, что-то для себя тоже интересно найдем. Все, ребят, всем спасибо. Виталий, передаю слово. Да, благодарю, Денис. Да, мы общались с командой наших блогеров, и уже есть у нас тоже планы по масштабированию нашего клуба с помощью блогеров, потому что они могут вещать онлайн все эти наши встречи, то есть есть уже предложения от ребят. И с каждой командой, как вы, лидеры команд, знают, мы создаем некий документ, который называется так, документ по стратегическому сотрудничеству, я упоминал. Вот. И с каждой командой мы планируем наше сотрудничество, сотрудничество вообще с лидерами команд, с каждой компанией, с каждой командой отдельно. Почему? Потому что разные команды, разные профессиональные навыки, разные проекты, разные даже ценности и цели, да, у команд. А некоторые только начинают свою команду создавать, по большому счету. И наша задача, в частности, я сейчас этим занимаюсь, это помочь молодым лидерам команд научиться стратегическому планированию, что наиболее важно. Давайте перейдем, может быть, логично было бы сейчас послушать человека, который нам поможет, и поможет лидерам команд в плане обучения, об этом упоминал Денис. В наш Solidar-клуб присоединяется первых несколько руководителей бизнес-школ, которые заняты обучением, коучингом людей, новичков, и они могут помочь лидерам нашего клуба свою команду усиливать, развивать. Давайте сейчас послушаем Людмилу Логинову, которая представляет свой собственный обучающий центр «Эльдорадо». Людмила, вы с нами? Да, Виталий, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Расскажите о клубе, расскажите о себе. Видите, какие возможности сотрудничества с лидерами команд, с клубом? Добрый день, вечер. Поскольку в моем центре люди обучаются от Лос-Анджелеса до Владивостока, то обычно наше приветствие доброго времени суток. Кто-то просыпается, кто-то засыпает. Очень рада новым знакомствам. Зашла к ребятам, к Андрею, к Дэну, подписалась на канал. Вот мне нравится, что когда мы чувствуем тенденции, тренды, очень быстро находим единомышленников. В сетевом маркетинге отработала почти 20 лет в товарном по образованию. Инженер-системотехник, имею более 40 авторских изобретений в области вычислительной техники, то есть мозги заточены, конечно, на системную работу. И вот в интернете обучением занимаюсь, как оказывается, уже более 10 лет. Ну, собственно говоря, да,
это в 2000, скажем так, где-то седьмом начала, поскольку работала на кафедре, и вообще у нас первый интернет еще давно-давно появился. Ну, это, короче, страсть моей жизни. И проработав за 20 лет в 4 сетевых компаниях, я пришла к такому грустному выводу, когда появились возможности уже продвигаться в интернете, что сетевой очень сильно тормозил в те годы. И меня постоянно били по голове, не лезь в интернет, потеря времени. Ну, время-то прошло, 10 лет пролетело незаметно. И сейчас вот невежество, просто элементарное невежество, превращает сетевиков, ну, образно выражаясь, в стадо таких диких бизонов, которые носятся по интернету туда-сюда, в соцсетях их научили продающие посты своего продукта, своей компании выкладывать. И зрелище такое, с одной стороны, вот это бегающие сетевики, а с другой стороны, заманухи красивые, с помощью NLP, инвестиционные проекты, с такими сказками, но я не отличаюсь от вас, прошла их, наверное, 5 или 6. Но поскольку мозги на месте, нигде деньги не потеряла, но всегда обидно было, больно, когда ты прозреваешь и понимаешь, что завел людей уже не туда. И вы знаете, есть в инвест-компаниях такое понятие, да, по-моему, Буратино. А я была идейным Буратино. Вот я свято верила, что вот если пообещали, что это так, то это и будет так, когда прекращались выплаты, все это принималось близко к сердцу. Ну и я поняла, что, собственно говоря, лень и невежество — это два таких слабых места у человека, которые позволяют в интернете с него выкачивать массу денег. Вот у нас, с одной стороны, все жалуются, что денег нет, а с другой стороны, я смотрю, боже, 100-200, уже за 100-200 долларов никто не говорит, 500, 1000 вкладывают, где берут, для меня непонятно. И решила пойти самым простым путем, выяснить, начала работать я 3 года назад с одной компанией, которая продвигает известный, может кто-то знает, плагин Social CRM, именно инструмент для работы в соцсетях. И как-то так получилось, что буквально там за 1,5 года у меня выстроилась структура более 11 тысяч пользователей, и фактически сейчас вот в моей структуре присутствует 1/4 всех пользователей этого плагина. Не ахти какой, 40 тысяч, но игрушка такая замечательная, особенно для новичков. И вот я все понять не могла, почему классный инструмент, а у людей нет результатов. И до смешного дошло. А я люблю работать с демонстрацией экрана. И когда я начала видеть, что помогла человеку установить там плагин, начали работать, я вижу, у него бардак на рабочем столе, у него нет закладок, он мечется, ссылок нет, все не систематизировано, открыто 20 вкладок там, в 3 браузерах работает. И тут до меня дошло. Друзья, ведь советская власть победила благодаря не только электрификации всей страны, но и ликвидации безграмотности. И вот моя такая миссия взвалила себе на шею — это ликвидация компьютерной и интернет-безграмотности. Моему центру 2 года, мы открылись в июле 2 года назад. Сейчас в центре действует около 25 спикеров. За 2 года на нашей площадке выросло более 60 спикеров. Темы самые простые, но к нам приходят люди, которые хотят получать фундамент. Систематизируем знания по компьютеру. У нас никто не падает в обморок от переустановки винды, от перехода с 7 на 10, от появления нового скайпа. То есть наши специалисты работают 24 часа в сутки. Вот малейшие изменения. Что-то в соцсети появилось, кнопочка в интерфейсе, новые возможности. Вы знаете, соцсети этим не делятся. Мы YouTube, это вообще, вот я... Да, с ребятами хочу пообщаться, там, хэнгаутом пользовались сейчас, какой-то вообще коцанный вариант прямых эфиров предлагает YouTube. То есть мы постоянно изучаем возможности, и поэтому к нам приходят люди, которые хотят получить все необходимые знания для продвижения себя или своего дела в интернете в одном месте. И наш девиз — мы продвигаем, только создаем и продвигаем только личный бренд. Учим снимать ролики, учим настраивать свои каналы,
продвигаться и с помощью соцсетей, и с помощью YouTube-канала. Ну и есть там всякие такие развивающие. Вот моя любимая тема. Сейчас веду курс «Основы финансовой грамотности». Ребята, не поверите. У нас в интернете каждый второй миллионер, да, когда вот собеседование там проходит, особенно приглашают в новые проекты. Ну, каждый второй. И что-то обратила, что эти миллионеры чаще всего деньги взаймы берут. И разработала курс «Основы финансовой грамотности» с помощью, ну, я математик, бухгалтерию подтянула и подключила астропсихолога. Ну, ребят, просто чудеса. Мои слушатели через полтора месяца выходят с осознанием того, что, после этого курса, что они действительно миллионеры, не ментальные. Они учатся считать деньги и учатся ими распоряжаться. К инвестициям относимся осторожно. Веду курс «Криптовалюта для начинающих». И единственный вид дохода, который рекомендую в своем центре, на стороне занимаются кто чем хочет. Центр не подключается ни к одной сетевой компании и инвестиционному проекту. Занимаемся только криптовалютой. Арбитраж пространственный. Нет, даже межбиржевым не занимаемся, в основном временной. И вы знаете, так приятно, когда мои бабушки, у меня средний возраст после 45 лет в центре, спрашиваю, как дела? Та говорит, на выходных, на дачу не поехала, там 3 пенсии заработала. Так что все это можно делать без всяких зазываний и без, скажем, обещаний того, чего от тебя не зависит. Вот такой скромный центр, который никому не обещает никакие миллионы, но у меня миллионерами в рублях становится каждый слушатель. Спасибо. А может, есть вопросы кого-то? Я хочу, кстати, подтвердить, это Артур с Израиля, что в Social CRM, это где-то 2 года назад, я когда познакомился с этим инструментом, я даже небольшой тренинг на него сделал, я за месяц вышел на $1000 в день в одной компании, вот благодаря этому инструменту. Я просто вот по контакту начал прям вот работать системно. Вот, правда, сейчас им не пользуюсь, но подтверждаю, действительно очень стоящий. Да, и согласитесь, Артур, вот именно для новичков, для начинающих, для нового стартапа, ну это такой бомбезный проект. Ну, ребята, вам повезло. Вот вы сейчас познакомились не только со мной и с Артуром, наверное, 2 человека, которые обучают, как эффективно пользоваться этим продуктом. К сожалению, сама компания забила на обучение, очень грустно, но именно благодаря тому, что они не поддержали моих спикеров, мы создали свой центр. Спасибо, Артур, за поддержку. Да, очень хорошо, когда к командной работе мы еще очень хорошо подбираем вот такие вот сервисы рекламные, CRM-систему. Кстати, у нас в разработке есть система, мы сделаем для партнеров. А вот к нам присоединился Павел Заливанский и с микрофоном включенным, поэтому, может быть, Павел, тебе дать слово сейчас, готов что-либо сказать? А, я прошу прощения, это я с лифта вышел, зашел, микрофончик включился. Да. Ну, могу, конечно, 2 слова сказать. Очень приятно, что собрались снова уже более конструктивные люди здесь, по сравнению с теми встречами, которые были. Здесь уже чувствуется за спинами этих людей команды, наработки хорошие сделанные. А вот мы тоже как бы представляем свою команду здесь. Нас, в принципе, в интернете многие знают, но наша метода работы, она более своеобразная. То есть, как бы, мы работаем по принципу своих алгоритмов и сформированы некоторые формулы, которые мы сами вывели для того, чтобы в команде у нас люди максимально были в прибыли. То есть, у нас есть очень хорошие результаты, то есть... Слышимость включена у всех на 100%. Это когда
неважно, где, в какой-то глубине находишься, то есть люди четко понимают, что нужно делать. Вот, это отработано уже на ряде наших направлений. Вот, в основном это инвестиционные направления у нас сейчас и больше, потому что как бы есть и матрицы, есть и другие проекты, которые в виде стартапа выступают сейчас. Вот, мы более глобализируем свою систему. Она у нас идет именно в таком формате с июня прошлого года. Поэтому как бы наработки у нас еще не такие, скажем, богатые в этом плане, но тем не менее они достаточно хорошие для вступления, скажем, в клуб солидарности и, скажем, приобретения какого-то другого опыта, нежели у нас есть. То есть есть чем поделиться. Вот сегодня мы более инвестиционное направление у себя имеем, то есть есть один проект, который сейчас, он уже практически вышел, но выходит, мы работаем на Форексе своим роботом. То есть это индивидуальная работа с каждым инвестором. Он не подвязан под, скажем, общую командную работу, скажем, всех. Почему? Потому что в этом секторе работать всегда нелегко. Но, тем не менее, за два года этой работы нам показало довольно-таки неплохие результаты. Хотя есть 4 пакета, под которые под малопроцентник люди могут участвовать самостоятельно, получать свои денежки, свободно их выводить вот, от общей работы и таким образом как бы застабилизировать. Проект запускается у нас в свободное плавание на долгие годы, ну то есть он не закроется ни через 2, ни через 5 лет, ни через 10. То есть, но единственное, что не хватает именно пока той основной части, которую обычно многие хотят. Кто создатели, как это все организовывается. То есть типа легенды. Легенды нет у нас. Здесь все, вся открытая информация, всю прямую информацию можно смотреть прямо с сайта о торгах и всему остальному. Вот, поэтому как бы это будет, наверное, на нашим пилотным проектом, который от команды, мы его, кстати, здесь и будем презентовать немножко попозже, сейчас я просто не готов еще, вот, ну, а так, по сути, я идею Виталия очень хорошо понимаю и максимально с пользой буду принимать участие для того, чтобы и знакомиться с другими командами, с другими представителями других направлений, вот, для того, чтобы мы в общем нашем деле были полезны друг другу и максимально дали какие-то хорошие результаты. Ну, вот коротко, как бы, сейчас дал. Спасибо, Виталий. Благодарю, Паш, за твое короткое выступление. У нас были люди, которые сегодня записывались на выступление. Екатерина на связи. Давайте мы дадим тебе слово. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое. Штепа Екатерина. Я на данный момент представляю ассоциацию, значит, коучинговый центр, которому уже 4 года, называющийся «Альянс Орлов». Возможно, вы его слышали, сталкивались и знаете. Значит, что? Кто мы такие, да? Значит, это единая международная внепроектная коучинговая команда профессиональных сетевиков. Целью нашей команды является собрать в одном месте разрозненных по проектам и компаниям сетевиков для вывода их на максимально возможные доходы, наполняя их необходимыми знаниями и навыками. Значит, интеллектуальные продукты системы нашей команды созданы на основе слияния сетевого и линейного бизнеса, что позволило перейти от мотивации к организации обучающего и рабочего процесса через интернет. Если говорить своими словами, то у нас есть определенные решения, практические наработки, навыки и опыт, реальный опыт, подтвержденный на сегодняшний день. Это своя система, которая содержит 4 этапа, по сути, ведет любого человека от новичка до мастера построения сети, от мастера до наставника, от наставника до организатора бизнеса и от организатора бизнеса до владельца бизнеса. Значит, что мне хочется сказать? Мы заняли определенную
целевую аудиторию, так скажем. В интернете вот сейчас много звучало о том, что, и я с вами абсолютно согласна, и не только я, с тем, что сетевики разрознены. Они, рынок этот, он выгорел. 99% составляют сомнительные проекты. Сейчас лично я сталкиваюсь с тем, что чуть ли не каждый третий пишет на коленках какие-то проекты, матрицы, в общем, какую-то ерунду, и не может даже там собрать ключевых 10-15 партнеров, чтобы пошло построение этой сети. Значит, пирамиды, да, о которых все любят громко кричать, на самом деле, чтобы ее уметь построить, эту пирамиду, нужно очень сильно постараться, как показывает практика. Весь бизнес заканчивается третьим, четвертым, пятым уровнем. То есть ни о какой пирамиде речь не идет, идет чистый ромб. Большие деньги, настоящие деньги, лежат на глубине. Эта глубина всегда ниже пятого уровня. Но добраться до нее может абсолютно не каждый. И мы в нашем альянсе делаем, значит, индивидуальный отбор, именно отбор в команду, а не в структуру. То есть мы четко понимаем, что структура – это, ну, любая некая схема или конструкция чего-либо, а команда – о команде нельзя сказать в неодушевленном роде. Команда – это люди. В основе сетевого бизнеса лежит работа живых людей. И мы имеем индивидуальный подход. И вы знаете, мы используем очень простые методики. У нас есть сторонняя тема, которая объединяет все проекты. Это бизнес-коллекция, вы, возможно, слышали о ней. Ее в интернете предлагают просто Павел Синицын, если я не ошибаюсь, админ этого проекта, админ именно бизнес-коллекции, в которой тысяча инструментов для ведения бизнеса земного, интернет, всякие сайты. Но именно альянс за то, что все инструменты – это здорово, конечно, и хорошо, но есть определенная целевая аудитория. И, как правило, это люди примерно 50+, 60, которые на самом деле являются иной раз гораздо более обеспеченными, имеют стабильный финансовый доход, имеют уже навыки, имеют свободное время и хотят освоить новую профессию сетевика. И очень часто приходится сталкиваться с тем, что милые ребятки шумят, машут криптой и всякими ботами и веселятся, а по факту у них нет даже $5 на вход куда-нибудь. Мы же в нашем альянсе сделали бизнес доступным. У нас стоимость нашего обучения от 500 рублей, ну плюс-минус. Мы даем знания за эти 500 рублей в полном объеме. У нас такого нет, что человек вошел на 500, должен совершить определенный ряд действий, получить какие-то минимальные знания и потом только двигаться дальше. Нет, мы учим людей строить себе команды надолго и использовать командный рычаг, о котором очень много ведется и работы, и бесед. Помимо всего прочего, мы занимаемся еще и, как сказать, ну, сонастройкой, что ли, то, что сейчас принято называть, вернуть человеку себя, то есть избавляем его от страхов. У нас есть специалисты, психологи, которые беседуют с человеком, которые помогают найти его вторичные выгоды, которые помогают ему построить правильные цели, не искаженные цели, да, а для чего вообще он пришел в сетевой бизнес. И когда вот это все происходит индивидуально, вы знаете, простейшие шаги человек начинает выполнять до, ну, просто неимоверной простоты. И самые такие дедулечки убежденные, которые никогда не умели и не хотели приглашать, но очень хотели много заработать, у них начинаются результаты, они счастливы тем, что они наконец-то начинают осваивать этот бизнес. Поэтому, возможно, он не для всех, возможно, он не для каждого, но огромный пласт целевой аудитории, ну, я бы сказала так, 50+, 60+, которые рассматривают для себя, им здесь очень интересно, хотя знания – это классический сетевой бизнес, который азы закладываются в самом начале. Ну вот, если коротко, так вот.
Да, Екатерина, спасибо. В любом случае у нас такой формат, что на каждой новой встрече, через встречу, каждый из вас может рассказать информацию повторно, либо рассказать, не, ну лучше, конечно, рассказать ее с другой стороны, рассказать какие-то новости, так, чтобы это было интересно и тем, кто уже был, кто вас слышал. Поэтому у нас еще будет возможность послушать каждого из вас. Давайте... У нас, конечно, в час мы сегодня, может быть, не вложимся, чуть-чуть больше времени займем. Кто еще у нас просил сегодня слово, договаривались? Давайте мы послушаем Николая. Николай Бабинец, пожалуйста, вам слово. Первый у нас гость. Слышно, добрый вечер. Да, слышно хорошо, Николай. У нас он впервые в гостях. Пожалуйста, Николай. Да, действительно так, я впервые в гостях. Вас приветствует курортное Ставрополье, Кавказские минеральные воды. Бабинец Николай Александрович. Саш работает в сетевом маркетинге четверть века. С 97 года я занимаюсь сетевым маркетингом. И некоторые еще нюансы о себе. А прежде хочу сказать благодарность Виталию. В общем-то, я многое услышал того, что когда-то на заре моего участия в сетевом маркетинге мне тоже я предлагал, давайте мы, сетевики, объединимся. Сетевики всех стран и команд, давайте объединимся. На что мне всегда указывали на то, что ну, это вещь нереальная, никому не нужная, да и вообще это конкуренция. Ни к чему это хорошему не приведет. По гороскопу я рак. Девиз которого я чувствую. А мужчина-рак – это энергичная, удачная для жизни и привлекающая деньги личность, которая не истрачивает силы по мелочам, но поставленных целей все же добивается. Как я вам сказал, я молодой человек, мне 18 лет. Правда, 4 раза и 2 недели назад как раз это и исполнилось. Но если сказать по-простому, мне 73 год. Живу более 30 лет на юге России, как я уже сказал. Пропутешествовал, занимаюсь международным бизнесом. Россия, Украина, Молдова, Армения, Чехия, Словакия, Германия, Болгария, Камчатка, Прага, Санкт-Петербург и далее везде. Но о себе, без ложной скромности, как сетевик могу сказать, человек достаточно серьезный, жесткий, не приемлю фальши, волевой, позитивный, творческий, обучаемый и успешный. С 97 года. Начинал на земле в мировых компаниях. Франция, Германия, ну и далее везде. Потом вернулся в Россию. Сейчас все больше использую интернет и сотрудничество вживую. Участвовал в множестве платных международных бизнес-академий и разных обучений. Я начинал с маркой Софьи Атласовых, если кто таких знает, и Кёрк, и Елена Ректор. Ну и в последнее время все, что здесь говорили, и Эльвира Гарифьянова, и Зуши Плетнев из, так сказать, дружественной нам Израиля, и другие многие известные, Латанский, Терещенко, там, кого еще называть, Александр Матеевич, Роман Василенко, Всеволод Татаринов. Это все люди, у кого я учился, Алекс Яновский, Денис Довголь, Артем Нестеренко, так, Кирилл Лисихович, ну и далее по списку, Олесь Тимофеев. Что хочу сказать в подведении этого, какими полезностями владею? Эффективный инвестор 2006 года, эксперт по программе по различным программам социальной направленности, мастер лояльного онлайн-общения, консультирования, опытный спикер онлайн-встреч, презентаций и школ. Автор востребованного пособия по ДФ-формате «Книга начинающего инвестора». Как мастер сетевого продвижения хочу сказать, что я показываю и рекламирую новые бесконфликтные, эффективные, глобальные, автоматизированные, многоядерные инструменты-помощники на 85-90%, избавляющие нас от каждодневных рутинных дел офлайн и онлайн. Никогда не говорю, что я занимаюсь автоматизацией. Это профанация. Значит, миссия такова. Реактивно развивающиеся возможности IT-технологий 21 века и бесконфликтное, простое, легкое использование этих всех инструментов. И этим делом я занимаюсь третий год с молодой компанией, наверное, всем во многом известной, зарегистрированной в офшорной зоне Соединенных Штатов, в штате Делавэр.
и актуальными нишами, которые мы двигаем на рынок, мы никому не конкуренты. Никому. Всем нужно интернет-образование, и мы его даем качественно от долларовых миллионеров. Криптовалюты, биткоин и этериум – это 19 источников дохода, IT-продукты и рекламная индустрия, интернет-реклама. Вот по более 180 странах мы работаем. И если говорить так, часть, то, что сегодня не говорили, как-то скромно, компания никуда не делась. До 2030 года, дай бог мне дожить молодому 18-летнему, имеет карту развития. И сейчас немножко подробнее скажу то, что мне просил Виталий сказать. Да? Более 3,5 миллионов долларов это выдано, и немалая часть здесь моих доходов, у моей команды. Что мне нравится здесь, в этой молодой перспективной международной компании, что здесь все 57 тысяч на сегодняшний день – это одна команда. Мы друг другу не мешаем. И неважно, чья это структура. Вот мы недавно, вернее, часа два назад знакомились. Я только с Виталием познакомился и еще своим коллегой Эдуардом. Да? Это абсолютно работает. Всем нужны клиентская база. Всем нужно образование, всем нужно продвижение, не искаженное до сотого, тысячного и другого уровня. На тысячные структуры. Сегодня услышал много полезного. И в двух словах, собственно, сказать, что можно сделать на сегодня. Заканчивается преланч старта самой нашумевшей платформы, которую, наверное, кто-то из вас видел, Blockchain Partners Pro. И она имеет баунти-программу. Там 100 тысяч монет, которые разойдутся очень быстро. С 5 числа мы делаем предварительную регистрацию. В ней кто-то из участников здесь тоже зарегистрированы. Что нового происходит на этом сервисе нам в настоящий момент? Что дает этот сервис и для кого он? Blockchain Partners Pro – это инструмент, с помощью которого каждый участник, от ничего не понимающего до успешного программиста выступала, дама, извините, не помню. Мне очень понравился ваш подход, абсолютно солидарно. Люди не то, что, но я бы сказал, как говорил когда-то покойный Михаил Задорнов, ну тупые вообще до безобразия. Когда приходишь, хоть спрашиваешь, ты умеешь мышкой-то двигать? Потому что идут на автоматизацию, на что-то. Итак, каждый участник с этой программы может начинать как с биржи заданий, самостоятельно продвигать свои проекты, бренды, товары в сети интернет. С помощью этого инструмента вы увеличиваете количество подписчиков на всех страницах, доносите информацию о своей продукции максимальному числу пользователей, получается постоянный поток клиентов и партнеров, что незамедлительно отражается по росту прибыли в вашей компании или проекте. Blockchain Partners Pro – это удобный, эффективный инструмент для сетевых предпринимателей, как цель раскрутки их ресурсов. Для бизнесменов – это продвижение их товара и услуг. Для рекламодателей – способ ведения рекламных кампаний. Для стартаперов – это продвижение своего бренда и проекта. Для блогеров – это увеличение своей аудитории. Для всех остальных пользователей интернета – это возможность пассивного заработка. Это инвестиции для инвесторов, которые будут получать прибыль от реально действующей площадки в долларах каждый день, начиная с послезавтрашнего дня. Вкусные условия для инвесторов до 5% в день без ограничения работы депозита. Это не выход на биржу, мы с биржей мы не связываемся, это не нужно, это дуриловка. Бизнес позволяет получать исключительно только живую аудиторию без рисков блокировки ваших аккаунтов. Вы получаете приемлемые цены на рекламу для продвижения вашего бизнеса. Но скажу так, наверное, многие из вас здесь пользуются топ-лидерсом. Вы платите $10 в месяц на топ-лидерсы. Здесь за 4 сети, скажу чуть-чуть ниже, это стоит $15 в месяц. Вы реализуете возможность получения партнерских вознаграждений. Здесь открыта, как я уже говорил, биржа заданий для тех, кто вообще ничего не понимает, начинающий фрилансер, кто хочет зарабатывать до $20 в день. Занимайтесь своими любимыми делами, посещайте сайты, ставьте лайки, оставляйте комментарии
Подписывайтесь на каналы наших блогеров, которые здесь есть, с кем меня Виталий, благодарю, знакомит. Смотрите видеоролики, только теперь все эти действия будут приносить доходы. Хотите 100-200 долларов в день, значит, купите любой пакет. Здесь пакеты 15, 30, 50 долларов. Получайте дополнительную прибыль в размере 25% от выполненных заданий. Важно еще раз подметить, предварительная регистрация открыта с 5 августа. После 12-го, 13-го будет открыта покупка монеты внутренней для инвесторов и всех желающих приобрести эту монету. Те, кто захочет стать участником нашего закрытого клуба, Blockchain Partners Pro, и владельцем этой новой криптомонеты, биткоин, получат постоянную прибыль многотысячного рынка рекламой для выполнения заданий. Что в заключение хочу сказать еще раз. Эта монета получает прибыль от внутренней работы компании, которая имеет, 7, как я уже сказал, 57 тысяч абонентов, партнеров, из которых каждый второй имеет 1, 2, 3 или, как я, 24 подписки и аккаунта. Ну вот где-то вкратце то, что я хотел вас донести. Если вам это интересно, я бы предложил вариант, который может озвучить, значит, Виталий. Что это можно сделать бесплатно. Поскольку он меня любезно пригласил, то это действует для участников, кто обратится только к Виталию. У меня где-то вкратце все. Если вопросы есть, благодарю Виталия, что помог встретиться с ребятами из целевой аудитории. Андрея давно знаю, пересекались не в одной компании, где я потерял, к счастью, целый миллион. И не жалею об этом. Бывает. Да, и не жалею, почему? Потому что ребята, когда я, два слова сейчас, когда полезли туда, я имею юридический опыт работы, сказал, ребята, не лезьте, будете вспоминать меня и вспоминать 51-ю статью Российской Конституции, когда к вам будут приходить. Ко мне приходили ребята в погонах и говорили, что ж ты, куда ты вложил. Они не пошли тех, которые нас облапошили, и миллиарды искать, понимаете? Поэтому с юридической точки зрения я тоже подкованный человек. Здесь говорилось об управлении, передаче своих средств управления третьим лицам. Но извините, я эту тему не поддерживаю. Я причину вам сказал. Благодарю, что вы слушали меня. Еще раз вам привет с жаркого курортного Ставрополя. Николай, по поводу сервиса. А ты Рыбакова туда не приглашал, Дмитрия? Рыбаков сам почему-то приперся, я уже сказал, чтобы его там не было. Мое личное мнение. В смысле? Я просто знаю, он как, меня... Давайте, я, давайте этим вопросом вы свяжетесь в личке, потому давайте что... Скажем нас... так, он мне хорошо помог, поэтому то, что я сказал, извините, неплохо, нехорошо. Я хорошо знаю этого человека, он мне помог остаться без миллиона. Спасибо. Давайте вот какие-то личные вопросы такие вот не будем обсуждать. Извините, это не личное, это общее, но извини, Виталик. Да, извините, а можно буквально на 10 секунд войти в разговор? Вот я часто слышу, люди в интернете говорят, что инвестиции – это риски, я свои деньги никому не доверяю и так далее. Меня всегда это сильно очень задевает, это понятие, потому что в моем понимании бизнес, в который ты инвестируешь свои деньги, это должен быть бизнес, в котором либо ты очень хорошо разбираешься, либо люди, которым ты доверяешь, в этом разбираются. А то, что вы остались без миллиона, это, скорее всего, вина тому, что вы мало разбирались в том, куда вы инвестировали. Вы знаете как, вот давайте... Извините, я договорю, трогать. Можно 10 секунд? Хорошо. Нет, договорю. Не надо эту тему трогать. Я шел за теми людьми, которых очень хорошо знаю не один год, и не один пуд соли. Извините, пожалуйста, я вас понял. Дело в том, что я знаю очень много людей, квалифицированных из них экспертов 1%. Поэтому знать людей и идти за грамотными людьми – это две противоположности. Ваши грамотные и знакомые могут быть абсолютно не вашими друзьями, которых вы много лет знаете. Я его разделяю, спасибо. Да, то это я сказал только к тому, что люди в интернете привыкли инвестировать свои деньги непонятно во что, а потом жалуются о том, что они деньги потеряли. Так дело в том, что ты перед тем... халявщики, это ребята, которые думают, что срубят бабки на халяве. Вот вы правильно говорите, на этом их и рубят. Вместо того, чтобы они рубили бабки, рубят их.
Делается это только по одной причине. Когда нету высокой квалификации. Я если приду в строительный бизнес и скажу: здравствуйте, у меня 25 миллионов долларов, хочу застройщиком стать. Давайте строить. Мне придет строительная компания, выставит чек на застройку, я им 25 миллионов отдам, а они мне на голову ведро оденут и двумя дубинками по нему бить начнут. Так это не говорит о том, что я умный, 25 миллионов проинвестировал. Это говорит о том, что я дурак, который не разобрался, куда я деньги свои вкладываю. Вот здесь вопрос стоит в другом. Поэтому я вас тоже поддерживаю, что очень неправильно и доверять людям свои деньги не надо тогда, когда ты это делать не умеешь. То есть не занимайся, по сути, тем, на что ты не способен и что ты сделать не можешь. Никто ж не берет девятиэтажного дома, не прыгает, лишь бы судьбу испытать. Ну а почему-то с деньгами люди расстаются так просто, видите, готовы пойти и потерять. Да, интересная спасибо. Дискуссия. Интересная, да. Спасибо. Да, иногда интересно немножко поддискутировать, тоже иногда полезно вот в наших разговорах. Ну у нас, да, я что хотел сказать, заканчивая или суммируя то, что говорил Николай. Каждый из вас может в личке потом списаться, либо у меня взять контакт, если нету, и продолжить беседу, потому что у нас выстраивается некая система солидарных аккаунтов. Я о ней буду рассказывать уже 19 числа на следующей встрече. Система предполагает, что все те лидеры нашего клуба, которые партнерятся, которые совместно решают заходить в какой-то проект, то есть создаются некие солидарные аккаунты. Многие из вас уже слышали, может быть, большинство, некоторые нет. И деньги от дохода этих совместных солидарных аккаунтов, в какой бы компании они ни открывались, согласно маркетингу той компании, они распределяются на лидеров команд, которые стали участниками Солидар-клуба. Вот. Есть некая система, как это делается, я об этом расскажу. Поэтому наша цель, конечно, мы продвигаем каждый сейчас тот или иной свой бизнес, но мы можем в течение последующих месяцев очень здорово запартнериться друг с другом в тех или иных направлениях. И это поможет, скажем, нам уже стать более близкими, да, более близкими партнерами. Тем более, что проекты опять постоянно стартуют какие-то новые стартапы, новые сервисы какие-то и так далее. И пройдет немного времени, мы имеем абсолютно все шансы стать реально большой международной командой. Вот, давайте перед тем, как я сделаю некие анонсы насчет следующей встречи и закончим ее, мы еще дадим слово буквально там по минуте тем, кто хотел бы что-либо сказать о себе, потому что те, кто записывался, они уже выступили, а те, кто хотел бы что-то сказать, вот, но еще ничего не говорил сегодня, да, то, пожалуйста, слово. Кто хочет представиться, сказать буквально минуту о себе, о своем бизнесе, о своих ценностях, о своих... Ну, давай я в двух словах скажу. Угу. Ага, да. Зовут Артур, с Израиля, 10 лет занимаюсь сетевым и как бы акцент ставлю на трафик. То есть весь интернет я рассматриваю, ну, как бы, если умеешь обладать трафиком, то можно в любом проекте раскрутиться и, как говорится, заново встать, даже если потерял все досконально. Вот. И вокруг вот этой вот теории трафика на любой проект, на любую партнерку, я создал тренинг-центр Money System. И до конца года, хотя, может быть, уже и сейчас, этот тренинг-центр номер один по количеству инструкций на разного вида трафика. Вот, на данный момент там около 50 разных инструкций. Вот, и если, допустим, ну, это не для новичков, так как новички не смогут как бы переварить такую большую информацию, именно то, что после трафика надо понимать, как его обрабатывать. Вот, но это цель клуба обучить, это цель тренинг-центра обучить, дать людям вообще понимание, что такое трафик, вот,
и обучить именно копирайтингу. То есть трафик он должен идти куда-то, и вот на какие-то текста, на какие-то дальше туннели, вот, потом на разговор. То есть вот эта вот вся вот в целом система, как лить трафик и как обрабатывать трафик, вот это будет все вот сконцентрировано в тренинг-центре. Точнее, это уже есть, просто это дорабатывается бесконечно. Все, в двух словах, Виталик. Да, и ну и как бы есть вот у меня скрин буквально там, я пару дней назад сделал, 15 дней, 500 человек в структуре. То есть трафик действительно это очень мощная штука, то есть пришел, сделал и все, и у тебя уже сеть, как бы, которая приносит пассивный доход. Вот, все, в двух словах. Благодарю. Хорошо, тогда... Если нету сегодня уже выступающих нет, тех, кто хотел бы представиться, сказать свою обратную связь по поводу сегодняшней встречи. Наталья, вот. Можно я два слова скажу? Пожалуйста, кто у нас на связи? Наталья Артеменко. А, пожалуйста, Наташа. Да, всем добрый вечер. Я рада всех приветствовать. Я в интернете уже около 10 лет. Вот, и сегодня много было дискуссий насчет надежности инвестиций. Вот, и сейчас действительно появился замечательный проект, который, скажем так, ну, я считаю, это один из самых надежных в интернете, потому что называется CryptoHands. Вот, это безрисковая программа на смарт-контракте. То есть мы знаем, что смарт-контракт – это электронный протокол, написанный с помощью компьютерного кода. И он дает возможность безопасно обмениваться деньгами. Вот. А минусы всех существующих проектов – это централизация и незавершенный маркетинг, человеческий фактор. Да? То есть админ в любой момент может прекратить выплаты. А здесь же заложен алгоритм без централизованного хранения и накопления денег. Вот. И CryptoHands работает на смарт-контракте Ethereum, который никому не принадлежит. То есть деньги распределяются между участниками. Вот. Ну, вот эти буквально в нескольких словах. Дело в том, что CryptoHands – это интернет-проект маркетинговый, не имеющий отношения к инвестированию в целом. Это обычная партнерская программа, только на смарт-контракте. И админы проектов... Деньги своровать невозможно. Деньги своровать невозможно с любого нормального проекта, невозможно своровать деньги. Их ворует только админ. Воруют себя только биржи сами. Ни одна биржа в мире еще не была, кроме, там, может быть, одной-двух, которую кто-то обокрал. А воруют исключительно сами админы бирж. Сами админы проектов себя грабят. Ничего никто не ворует. Если у тебя есть нормальная защита на твоих счетах, ты админ проекта, у тебя нормальная защита на твоих кошельках, какие у тебя может быть воровство? Например, да. Какой вы знаете надежный проект, который вот 100%, что он... Не... Маркетинговый? Маркетинговые партнерки? Позвоните мне в личку. Да при чем здесь инвестиционные? Давайте в личку пообщайтесь. Вы говорите о маркетинговом, извините, Виталий. Вы говорите, Наталья, об маркетинговом проекте, это партнерка. Просто вот как Артур только что сказал, у него 500 человек в структуре за 15 дней. Позвоните ему, я думаю, Артур знает очень много партнерских программ, которые работают достойно 4-5 лет. Только в партнерских программах есть же один минус, очень большой. То, что начинается беганина, в момент того, когда надо, люди приходят в партнерку, там сильно вначале работать не надо. Сильно надо работать позже, когда начинает формироваться структура. А когда сильно надо работать, людям это не нравится. Сильно работать это не надо никому. Вы знаете, деньги с неба нигде не падают. Везде надо работать. Вы хотите сказать, это понятно. Что есть проекты, где не надо Извините, работать? Наталья, я сейчас не говорю о том, что где-то надо работать, а где-то не надо. Я вам просто сделал небольшую коррективу в том, что этот проект – обычная партнерка. Я знаю партнерки в интернете, которые работают по схеме. Я суммирую. То есть Георгий имел в виду, что когда ты сравнивала с тем, что проекты инвестиционные закрываются, что как бы не сравнила в этом плане. А так вообще да. То есть на смарт-контракте, потому что Георгий, с другой стороны, есть активные проекты, которые закрываются админами. Вот. А здесь она имеет в виду, что активный проект.
человек здесь не закроется. Хорошо, Владимир, вы пообщаетесь, да, по этим вопросам. Но он инвестиционный, не инвестиции. То есть просто сравнение нельзя делать, да, с инвестициями. Хорошо, благодарю. Давайте, друзья, будем делать некое резюме сегодняшней встречи. Я что хочу напоследок сказать. Скинул я в чат ссылку на канал solidar.club.ru. Это именно телеграмовский чат наш клубный. Не чат, а канал. И здесь буду я публиковать все новости по клубу, по мероприятиям, которые будем проводить, в том числе международным. Вот, поэтому подпишитесь на этот канал, чтобы вы были в курсе, потому что этот наш чат, это все-таки сейчас главный чат для созвонов, но вскоре у нас не будет такой возможности созваниваться в этом чате. Уже, скорее всего, следующая встреча, вот эта международная, мы, скорее всего, его проведем именно в веб-комнате. Мы сейчас ее протестируем, и там также могут выступать 10 человек каждый раз, когда будет проходить встреча. А мы планируем проводить ее достаточно часто, чтобы каждый мог выступить на нашу аудиторию. И аудитория будет увеличиваться. Мы будем сейчас туда вместе с ребятами лить трафик, и, соответственно, вам уже придется выступать на более большую аудиторию. Вот, что, в общем-то, многих из вас, наверное, порадует. Мы можем сказать, что уже буквально через неделю вот это вот будет встреча международная. Хотелось бы попросить каждого из вас прийти на эту встречу, потому что я не знаю, сколько будет наших потенциальных партнеров с других стран. Но мы уже будем начинать эти международные встречи организовывать. То есть уже будет возможность послушать именно с переводом. Борис у нас сегодня есть в разговоре. Борис, тебе еще на минуту слово. Ты готов нам помочь в переводе с общения на другие, с других рынков, с англоязычных? Да, добрый вечер всем. Конечно, я готов. Я этим именно и занимаюсь. Для тех, кто не в курсе, я в прошлый раз рассказывал о том, что с 2003 года я занимаюсь нетворкингом, блогингом, копирайтингом. Я пишу на английском и на русском языке абсолютно одинаково, с равной как бы мощностью, как так сказать. И работаю в основном в социальных сетях. Это мой хлеб с 2003 года. И сейчас я веду переговоры с десятком, наверное, первых людей в этих социальных сетях, очень большие. Есть на карте, если взять географию, это Америка, Испания, Бразилия, Индия. Очень крупные страны, очень крупные рынки. Пока на данный момент все подтвердили свое участие на предварительную встречу и на основную встречу, уже, которую сказал Виталий. Работа идет очень большая, просто не хочется забегать вперед и рассказывать детали, но поверьте мне, что делается очень много, и, конечно, я проведу все и переведу, и все будет хорошо. Угу. Благодарю, Борис. Каждый из вас сейчас, кто видит перспективу развития клуба, да, вот как ее увидел Борис, мы сейчас будем делать некий совет лидеров клуба, то есть людей, которые будут, ну, кроме своего бизнеса, также будут участвовать активно в развитии клуба. Вы можете обратиться в личку ко мне, и мы обсудим, возможно, вы хотели бы предложить, у вас, возможно, есть какие-то идеи, каким образом вы могли бы, то есть какую-то взять на себя зону ответственности в клубе. Потому что все активные участники клуба, у нас же вот эта вот система солидарных аккаунтов, то есть они будут получать от всех проектов, от всех бизнесов, которые будут продвигаться или рекламироваться в клубе. То есть наша задача создать для вас множественные источники дохода. Не один, два, даже не 10 и 20, а сотни источников дохода, потому что это и партнерские программы, и новые проекты, и так далее. Значит,
пожелание каждому из вас прийти на встречу, пригласить с собой своих друзей на следующую встречу. Я в чате нашем сообщу. У нас предварительная дата 19 число на 19:00. Это будет понедельник следующий. Вот. Есть у меня некая... То есть у нас открыты уже чаты на нескольких языках, точнее не чаты, а каналы. Мы будем их развивать. Вот есть там, где у нас есть потенциальные наши партнеры клуба, участники на нескольких языках. Если надо будет, я дам вам информацию. Ну и что еще хотелось бы сообщить? Есть текст приглашения, но это текст не для всех. То есть вы его можете сбросить только человеку, который является лидером команды, которого вы знаете, ну, для того, чтобы немножко дать какую-то информацию о клубе. Если вы хотите его пригласить на встречу, но прежде всего эти встречи нужно назначать со мной, то есть, чтобы мы познакомились с человеком. То есть, если вы приглашаете даже в этот чат какого-то лидера команды, сначала познакомьте со мной на трехсторонке, чтобы мы познакомились с человеком, чтобы он, возможно, он захочет выступить, да, со своей темой, задать какие-то вопросы. И я, чтобы знал участников клуба, потому что у нас идет выстраивание взаимоотношений. Вот. Вот этот текст такой вот, который передает суть, почему мы приглашаем. Но это мы можем его использовать только для личных, то есть для людей, которых мы уверены, что они являются лидерами команд и что они могут выступить перед аудиторией, и желательно для тех, кого мы знаем лично, вот, либо общались, вот, чтобы пригласить на встречу. Так, что я еще забыл сказать? Если у вас есть партнеры, знакомые, которые с других стран, тем более знакомьте, мы проведем такую встречу. Если они не говорят на русском языке, тоже не проблема. У нас есть несколько переводчиков, которые работают с клубом. И если на английском, то поможет Борис. Если на испанском есть другой человек, то есть мы можем также знакомиться, общаться. Хорошо. В принципе, у меня все. Единственное, что хотелось бы сказать – самое главное сейчас, я к некоторым из вас созвонюсь на этой неделе, мы проводим стратегические сессии с каждой командой. То есть мы планируем, как мы будем совместно строить бизнес, какие у нас планы. Вот, это самое главное, это стратегическое планирование. Благодарю всех, кто сегодня пришел, кто сегодня выступал. Приглашаю постоянно давать информацию о себе, о своих успехах, вот, и выстраивать взаимоотношения друг с другом, всегда на позитиве. Ну что ж, прощаюсь со всеми вами и говорим всем до свидания. Global Star Club. Возможности безграничны.